Преподаватель из Заводоуковска Людмила Верченко представила наш регион на дистанционном всероссийском конкурсе «Учитель года России-2022». В школе она обучает детей русскому языку и литературе. По результатам конкурса, итоги которого подвели в этом месяце, Людмила Анатольевна стала лучшей. Жюри оценило не только сайт учителя, но и видеоурок на тему «Жанры фольклора». Отмечу, что это не первая победа учителя. На протяжении, наверное, 10 лет, то есть я постоянно где-то участвую в каких-то конкурсах. Год назад я приехала сюда из Омской области, и в апреле прошлого года я стала лучшим классным руководителем в своем там регионе, в Омской области. До этого, в 2004 году, я уже была учителем года в Омской области. Поэтому конкурсы для меня – это как бы обычно. Я такой человек, что мне нужно постоянно быть в тонусе. Добавлю, всероссийский конкурс проходит в течение всего года. Лучшего среди учителей регионов выбирают каждый месяц. На сегодня вместе с Людмилой Верченко 6 победителей. Через год, когда их будет 12, из лидеров выберут самого лучшего учителя.